Лена, ИП-шку снимешь с балла? Я еще не начисляла, да. А уже сними. А, там же кольчужные есть. Я про кольчужные забыл. Дайте я такие смотрю, же, там забит. Бля, нахуй, я не посмотрел. Бля, никому не нужны. Я видел там, думал, скорость крит. Наивно. Банан. Да я неправильно прочитал. Что, нельзя никак это? Кому-нибудь еще нужны? Все, нет? Бан. О, все, что бан. Это такое? Ничего себе. Только я себя распознал. Первый раз увидел, как он появляется. Блядь, а что, нельзя их это отдать обратно? Или распылить я их отдам? Нет. Можешь их Лене отдать. А? Да все, можно. Снимет. Так, что, давайте Брунхила. Сейчас, сейчас. Я отдам сейчас. Кликайтесь, давайте сразу. Да затупил, не прочел правильно. А вот я помню, хотел себе их брать, потому что у меня меткости не докап был. Лена, Гена просит ассист. Сейчас. Сейчас, я отдам сейчас. Поехали, япончики 10 месяцев, пока тут там расчистим. Я Лену просто потерял. Да, далеко я же, разве это сразу? Много только не отбежишь. Бля, а чё мы снимаем? Мы чё, не с нуля, что ли? Нет, можно поменьше пиздежа, пожалуйста. Спасибо. Мент родился. А у тебя Драгонсон что там в танке? Т5 или что? Да, пускай. Сейчас будет четвертый все выходит. Четвертый будет что-то еще больше будет, что ли? Тут брудак не должен. Грудать буду потом. Это два куска всего, что ли? Не, почему? У меня есть кусок. Я думал, веду лайфгейла. Перчатки. Перчатки у меня есть. У меня плечи лежат, не открытые. Но если я сейчас выбью бошку, то я заберу сразу. Не выбью, так буду грудать. Просто чем тебе 5 кусков получается, у тебя будет. Блять, я буду менять. Зато можно менять как угодно. Буржуй. Ну типа в бисе, блядь, грудак одеваешься. Не, его не будет. Что в бисе одевается? Грудак одевается, что ты пятый, нет? А, не, ну в бисе, да, грудак. И башка. Ссылкашки. Ну вот я пока одену наоборот. Потом, блин, грудак если выпадет, потому что он последний раз вообще не выпал паулиновски. Можно плечи взять. Ну, блять, грудак ждать это ебануться. А тут я смогу уже быть бессмертным. Суть-то в импакте, который он понесет сейчас, и потом. Хоть ебать страшно на гидросе стало за паладина играть. Щит даешь, блять, агро хуяк сорвется. В итоге вот эта дичь на мейн спек нужна? Нет. Кстати, это зачетный класс ты нахуй? Прям зачетный. Ни разу об этом не смотрел. Много брони дают, это по. Так много брони дают. Лара, там прикол в том, что этот броня-то заебись, но мастерство споножей лучше, чем, блядь, брони. Брони у тебя и так будет 75% капи в бисе. Типа, так что шмот на броню, вот у меня там, блядь, стоит, только две шмотки на броню, блядь, у меня 75% этого, брони, блядь, больше невозможно. Зачем мне брать шмотки на броню, если я лучше возьму с мастерством там или что-то еще? Ну, крафтовые ноги это пиздец, есть.
Импакты намного больше приносят СРСких АМ и даже обычки. Там по статам такой разрыв. Сколько тут танков у вас? Два танка. Декан. Ты получил на странниках. Знаешь же, да, как странников ходить? Замедляешь, таунтишь. Ну и в принципе все. На второй фазе, когда лужа будет подо мной, сваешь и вайшу, таунтишь и отводишь в сторону. Вот примерно вот как ты стоишь, вот так и двигаемся в ту сторону. Грунт хила спекнулся, да? Ханзеров ДД. А по какой траектории их? В круговую водить странников? Чтобы я вас не зафиксировал. К РДД, вот. Ну, неподалеку от РДД, чтобы РДД могли дамажить. Возле генераторов держишь, все. Так, Тимбич в ДД, Драгон в танке, Луна в танке, Рыб какой. Так, по хилам, давайте, Умность в трусах, будет стоять, Япончик в Луне. В Луне? Давай я его определю, потому что будет сейчас печаль, боль. Или Гена пускай распределит, Гена получше. Ну давай Гена распределит там. Сейчас, секунду. Гена, ты акцентируй внимание на том, чтобы проанонсить могли, блядь. Желательно, чтобы милики анонсили. Потому что задачка по большей части. Других мобов нет могут. Женек крестик, гладиатор, трусы, Женен Луна, Ганвеста квадрат, Грин Персик, череп. Дальше. То еще с голосом получается. Амир в Луну. Беладон череп. Из РДД еще тошнотворный квадрат, Даркис крестик и зачетный, нет, Никитос трусы. Зачетный тоже в трусы, нет, зачетный в крестике. С той стороны, если что, будешь напуливать. Вот. Дальше РДД кто-то остался нераспределенный, кроме... По-моему, нет. Дальше милики, Фрэнсис в трусах. Фанзера, ты в ретрике, да? Да. Окей. Так, Фрэнсис в трусах. Тимбич тоже в трусах оставайся. Фанзера Луна. Провокатор этот квадрат. Браска крестик. Эрнест тоже, да, в ретрике? Эрнест в черепе тогда. Вот, и получается хилы, Лену встанешь, полумесяц твой, Денчик, трусы, да, потом Артемия в квадрат, то бишь Брун, Пончик в крестик и Покоток в череп. Все, Даркис, порчи кидаете эту, магму, либо звездочки, либо печенье. Лен, крылок поставь, Лена. Я забыл, я прослушал, я где? Луне. В Луне. Тотем на усиление природы. Обязательно. Да, желательно два, чтобы с двух концов достал. И если что, кто-то вдруг подымет шарик, кидайте Даркусу. Или он относит. Либо Гевки. Ребятки поставил, либо звездочка, либо печенье. Этим людям кидает себе магму. Чего там шарики еще раз послушаю? Две метки. Печенька. Напоминает тактику. Раз в минуту выходит зеленый моб. Вот в рандомной метке. Этого зеленого моба нужно сразу слить, убить. Как вы его убиваете, его нужно облутать, и с него падает итемка. Называется порченная магма. Эту порченную магму вам нужно будет найти в сумке.
и тыкнуть, ну, выбрать в цель звездочку, то есть девку, либо печеньку, либо Даркис, нажать на нее по КМам, чтобы ее перейти. Дальше мы сами сделаем. Забывайте подбивать трэш, который будет у меня в центре. Черчи. Все РДД. Приоритет вначале большие мобы, потом уже лемы. Так что учти. Ладно. Подождите, я его бот включу. Дарк, если что, я буду кричать. Если я буду на противоположной там стороне. Можно кое-что добавлю? Тут люди кое-что спрашивают. Когда убиваешь моба, у него в луте появляется итем. Вы его подбираете, у вас эта шмотка в рюкзаке появляется. Вы можете выбрать любого человека, открыть сумку, нажать правую кнопку на этот предмет. Он тогда перепрыгнет. Это уже распределили, друг. Афон, я что-то не поняла, ты в рейде, что ли? Да, только лок. Нет, я смотрю стрим, просто спрашивают у лока, да, типа, как это делается. Так, по мобам приоритет. Вначале странники, потом гвардейцы, потом элемент. На ластфазе ханты, локи и, если не будут успевать, маги. Подключимся на скат. Сову, звездопад тоже на них. На кого? Поехали. Так, еще одно РЧ. Геру не дается. Да, или Гера, да, нужна будет Гера за второй или начальный, ну, под конец третьей фазы. В центральном кругу спи пока что. Ну. Готовности появляются там. Тут ретаунти с тебя или сам держишь? Первый, второй я сам. Дебаф уносить, не забывайте. Гладиатор. Ходи, прыгни ниже канала. Пинчик. Хил. Сафони здесь? Да. Ниже каналом прыгни. Перефаза, пациент. Медики побежали по местам. Все пошли. Быстрее все по местам встали.
Эрнесто прощил. Зеленый круг. Девку прощил. Крест, крест. А, нет, вру. Танцарен за... Прохил. Да, блядь, боковская лу... Гладиатора прохил. Девку прощил. Руна спал. Что кружки? Зеленый, зеленый в трусах. Вот печеньки. Гвардей сгуляет уже. Людей сможете во двор больше зеленого урона. Прохил можно? Странник вышел. Странник держали. Замедление, киньте оковы. Блять, забери. Прохил, блять. Гладиатор вылетел. В какой он метке стоял? В трусах. Конвеста, поднимись на платформу, тебя сейчас убьет. Не спускайтесь, РДД не спускают. Все стоят наверху. Зеленый крест. Зеленый в кресте. Быстрее заливай. Первый низ. Да не... Подошел, звездочка. Работай, Лена, тотем, поставь на сопротивление магии. Странник череп. Странник череп. Страннику поиграйте. За медло ему дайте. Ковы. А ковы странник. Ну, текстурок был. Все, и бегает от него. Зеленый в трусах. Я сейчас уже прошивает. Кто может, поработайте, пожалуйста, по гвардам. Кто способен. По зеленому, блядь. Почему два человека здесь? Три метку, где он? На звезду кидайте. Амир, не уходи, поможешь. Даркис, перекидывай. Дарки, сейчас еще раз перекину, поставь портал. Странник луна. А гвардейцам поработайте, пожалуйста. В трусах. Уже... В трусах. РДД больше по гвардейцам урона. На печеньку хелпа. Печеньку помогите. Не успели. Да там никого вообще на печеньке нет. Я один на трусы на печеньку бегаю. Дека, зачем ты ведешь странника туда, где бьют зеленого? Там никто РДД не бить не... Большой. Ебать, сколько гвардейцев, ребят, убивайте их. В трусах, Лем, в трусах. А там в трусах пошли за кисть. Господи боже. Кова. Странник из квадрата. У меня уже ревностный сработал, слышите? Вы, блядь, горе ДД. Фу, хуй так много. Ложитесь. Держи, я бегаю по трём меткам. Можешь мне не говорить, в какой метке мне нужно бегать? Фрэнсис, зачем ты к апельсину бегаешь? Скажи, пожалуйста. Бьёшь там моба. Там это где? У апельсина. Там никого нету. Нет, ты ходил и бегал там моба в соло.
как я и на трусы. Так там никого нету, понимаешь? Поэтому я туда я и знаю, что там никого нету. Я тебе точно могу сказать то, что мы проебали, например, двух зеленых в трусах, потому что ты бил в апельсине, моба. Типа, то, что я там поставил метку, блин, не значит, что сюда нужно бежать. Он поднимет, когда он поднимется, в него переключится РДД, которые стоят в трусах. И также, типа, помогу я, если буду близко. Сейчас получается то, что ты ушел, например, в апельсин, гладиатор вылетел, и все. Типа, два человека стоят, бьют зеленого. Я бы поверил тебе, если бы это было так, но они просто спокойно шли и все. Они поднимаются, вот когда вот к апельсину поднимаются и идут, вот тогда уже начинают в них переключаться РДД. Это понятно, все. Давайте вы немножко попозже поспорите. Это очень долгая беседа, бесконечная. Актуальный вопрос. Что там с гладиатором, Врашка? Откуда знаю? Ты что с ним? Блять, вы обычно связываетесь, хуй знает. Блоки распределите, если нам захила не хватает. Вообще не знаю, кто это. На каждой метке должен хил стоять. Локи в трусах. Ну типа, какая у нас метка постоянно отваливалась? Дракон. Какая метка? Танк. Нет, у нас в метке какой-то непрохил говорит. А, трусы. С РДД зона не спускается только тогда, когда и бьет зеленого. Больше не спускается вниз. Потому что вас не запрохили. Кто в трусах стоит? Хиловка. На каждой метке, кроме кружочка, должен будет стоять хил. Или куда кто упал? Я про то, что не убили. Вот хочу. Огромная просьба, не надо странника вести туда, где зеленый. Там его бить никто не будет. Там бьют зеленого. Ведите в противоположную. Надо, наверное, Тимыча посадить, бить гвардейцев. Там вообще бело дом. Да, кстати, можно одного кого-нибудь поставить. Времени побить, когда нету элемов никаких, вообще тьма. Не знаю, чем вы занимаетесь. Раньше у меня, блядь, один старик это все убивал. 800 кап у гвардейцев. Кто у нас умер? Локи, ты в трусах, еще раз. Повторю. И повторю для других РДД, которые стоят в трусах. У вас приоритет РДД, мобы, которые идут через апельсин. То есть они поднимаются на лестницу, и вы свечите с трусов на них. Кто у нас умер? Никитос, Эрнест и Тимыч. А вот крестик один. Ну и ни одного из них нет саппорта, ага. А зачем здесь саппорт? Может, потому что тут бьет магия? Ну, как бы мы постоянно без саппорта убиваем. Саппорт бьет только мини-зону, потому что на них может кинуться лужа и корни. Все остальные РДДшники, они всегда здесь в ДД-фласк, мертвыми. Ну, хиланг, скорее всего, лучше, конечно... Пианист говорит, тут пьют саппорт вообще, кто умирает. И кто все не уверен, пьют саппорт здесь, все. У нас умерло 3 человека, и у них ни одного не было саппорта. Блин, вопрос кисла. Там на светом духе держал. Yeah.
Лен, тебе имя нужен? Япончик, да? Не надо. Умана нет, лучше заранее подышать с Лимером. Три фаза. Вот. Не даете мне выбежать. Толпу встали. Берить? Да. Меня да. Япончик. Поднимай, япончик. Кстати, как салат сдох? Ну, у меня тоже этот заряд был. Япончик, ты где? Я тебе иногда... В кресте. Локи зачем? Печенька и лем. Броска, не спускайся ты. Не надо этого делать. А кто там свободно? Так локи сразу играть. Поебали. Странник, череп. Странник. Шухи у дракона. С хилами. Блять, выпейте вы все сопрот уже. Веладона поднимите. У меня про хил вообще не было. А, череп, зеленый. Зеленый череп. Женек, помоги череп запиздить быстрее. Блин, так сейчас все проебем в этой жизни. Вообще в ноль урона. Уграй. Прохил будет. Крайний грюз, брат. Странник уж. Зеленый чек в апельсине. Печеньку пошли, все помогли. Кто там рядом, быть может, подойти. Элементаль сейчас дойдет, давайш. Какой с ним металлион выбрать? Этого хотя бы запиздить хоть одного. Даркису бросайте. Странник 10 секунд следующего этого пол хп. А где я сгуляю? Я тебе уже там. Квадрат зеленый. Тим персика, странник ёбал. Зеленый рядом с кровью. Чем вы молчите? Ложитесь. Че с прохилом, народ? Почему люди умирают? С прохилом все нормально, я смотрю, тут саброты не могут РДД выпить зону. Я секунды 3 стоял без прохила, мне просто 12 ударило, 3к ударило и все. Раска, дай фрейнс, пожалуйста. Зачем они везде достают, блять? Я стоял прямо нет. Ближний бой 72к въебал. Кто? Они. А че ты под ним стоял? Вы понимаете, что, блядь, весь рейд проседает, потому что у нас сопротов нету, и хилы, блядь, вас банально вытащить не могут. Там нормально прошибают. Все, не блядь, кто подохли, все, кто подохли, были без сопротов, от слова совсем, блядь. Почему у нас второй раз сова умерла? Сначала. Так. Статический разряд не вынес.
Первый раз я умер, на меня странник сагдался, а второй раз заряд. Смотрите, лайфхак. Когда появляется гвардеец, его не трогайте. Если он на вас агренный, бегите в центр к танку. Что там делать? Я как хил попросила саппорта выпить, вы проигнорили, да? Да. Девка, скажи, пожалуйста, еще раз, где какие хилы стоят? Какие хилы? Денчик трусы, Лена полумесяц. Получается, дальше. Два разных места пошли. А. Ну, в крестике япончик, ну и по одному дереву. Получается, в черепе в квадрате. По-моему, Артемий, ты в квадрате, а пока тут в черепе. У нас люди с этой стороны постоянно отваливаются. Ну, не хватает хулипалы бегать. Он же еще и танка хилит, потому что ему не убивают людей. Хулипал стоит с трусов. Ну, тут довольно большая ренджа от печеньки. Ну, да? Если, блять, вот смотри вот на меня, вот он тут стоит. Вот он отсюда может прохиливать, получается... Скажу иначе, она говорит, что череп поменять с трусами, чтобы хулипал... Череп с трусами поменять? А нахуя? Нет, я так не говорил. Я, блин, это думал, потому что я заебал уже приседать по ХП. Типа, у меня такое ощущение было, что хилы вынесли только тех людей, которые у них в метке стоят. А те, кто соседние подбегают, они, блин, вот пока не скажешь, вообще не, нет, они видят. На первом трае, по крайней мере, у меня вот метка череп, метка квадрат, я там всех захотывала, кто стоял там 3-4 человека, и бегала сюда, потому что тут постоянно люди проседают, потому что они спускаются вниз, и их не достает хил, который стоит наверху. Но это их проблема, значит, что они спускаются вниз, блядь, пускай, значит, все эти бегают, помирают. Будем вайпаться пока. Да, и мы будем вайпаться. Чёт, по черепу и квадрату вообще никто не... Там я в Расковую добегает уже, когда все кончилось. И Пухан бьет. Где все остальные? Мне интересно, кто у нас из миликов стоит в луне? Почему я туда прибегаю, когда там моб поднимается уже на верхней стороне? Там нету... Я там стою, но я смещаюсь больше в трусы, потому что там один моб выходит раз в 100 лет, а в трусах выходит больше. И я прибегаю иногда, когда он вверх поднимается, я прибегаю. Раздаем кашку, я побежал. Ганвеста. Все готово. Тоже выпил припод. Здесь и тоже. Обычно припод, то у вас вечно меняет. Определи. Трипоты проебывают.
приятно стало. Зеленых трусах. Кидайте. В звездочку. Странник че. Трусак зелёный. Помогите элементарей добить в центре. Проебали? Нет, подошёл. Звёздочка. Элементаль флоуи в центре. Убить его. Сейчас отхилит. Странник, квадрат. РДД, который стоит в трусах. Вы помогаете апельсину бить. Трэш. Ни гвардейцев, ни странников. А или зеленый. Где зеленый? Череп. Череп быстрее. Не успели. Поебали. Крестики. Крестик быстрее. Я... Крестик. 5 секунд, вообще никого нет. Сундуч, ну где спаль себе? А, квадрат. Забери. Печеньку кидайте с крестика. Блядь, жопа горит из-за того, что он прыгает. Ласт осталось. Ласт осталось. В центре лево. Печенька. Какая резкость? Какая резкость? В трусах. Появился в трусах. Быстрее свичнулись. Как тут здесь пользоваться? Странник. Странник, Луна. Амир, поможешь? Угу. Звезды дают. Проходи дальше, Амир. Печеньки элементарь. Трусы элементарь.
Геру дайте сейчас. Доливайте трэш. Кидаю мир. Кинул. Трэш. Странник РДД. Дикий гвардейцы. Босса забери пока. Блять, забери его. Забери Вайши. РДД. Ханты Локи на скатов. Совы можете тоже звездопадом подбивать. Остальные по гвардии. Милики отойдите от танка. От танка, от драгона. На, вынеси его на внешний круг Вайши. РДД в звезду. Нихуя в центре бьют. Чё, спал заряд с тебя, не? Точнее. Всё. Она не ходит за танком, ты курица? РДД звезду, кто добейте. Помогите. Ген, если проблемы со скатами будут, говори. Отведи Вайши вон, не знаю, квадратик. Либо к любой метке отведи. На внешний, на внешний абсолютно. Да, и по большому кругу води. Напереди Вайши никто не станет. РДД скат. Короче, Драгон Сон скажешь, когда останутся себя. Окей. Они служат под миллизону. Смотрись. Я жену Энку пока тут, он пока тут по перси. РДД скаты. Вы додайте или по силам? Можно тотем, не знаю, на броню. Маны в денчику дайте. Ткат РДД. Коты, совы. Лужа, РДД. Ты денчик умер. Пока тут денчик подними. Пока тут уже лес. Или у тебя там. Персик, денчик. Скат РДД. Войт, отойди от всех. От всех милипов. Вперед, 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 в другую сторону. Скаты. Взять корни. Против часовой босс ведется. В луже стоишь, дерево. Брун, в луже стоишь. Скаты. Денчику имя. Кончик, можешь гимн спеть? Да, гимн. Сейчас пою. Денчику иннер, блядь, залейте, пожалуйста. Нет, иннер, 10 секунд. Скаты. 6 друидов и 0 иннер. Вон у двоих уже 20 секунд. Закинули денчику 2. Рун. Я себе кину. Уже это, таунти. Таунти. Отходи подальше. Скаты. Скаты, скаты. Гимноману и тотем поставьте тогда. Гимноману уже дали. Тотем. Тотем поставь. Лужа. Лужа, лужа, лужа. Брон, брон. Скаты. Завелся брон, брон. Смотри. Да я вижу, когда у меня хп проседает, чё? Хил танк. Зубы уже по нему отдал. Лужа! Таунти переводи. Гимн на хп играю. Катом добиваем вот этих двух, и потом всех босс. Не рановато. Это ты мне говорил.
скатов добивает. Блять, а кому еще таунтить? Лужа. Отойди, Гриппер. Он ли босс? Все, с боссом все играет, все. Так, поехали. Таунти его дальше веди. Лужка тоже бегает. Дальше, дальше веди. Не стесняйся. Корни, Геру попавшим дайте. Давай уже. Лужа. Это вынесите дебаф. Дебаф. Только видишь лужу приезжающую. Сразу таунт. Поехали. Лужа. Таунти. Таунти быстрее. Дальше идем. Стой. Лена лут. Сейчас. Танка прохитка, блядь. Убиваем. Лужа. Лужа. Блять, мили лужа. Хуясь? А чё за чью? Да, ты опять упал отсюда. Это с Гидроса. Убить. Великая победа Орды. Типа Гидрос это едва еще убить, да. Хуясь. Угу. Понимаем, за ачивки, да. Сразу вагон ахи. Дракон, ты один из них. Да. Блин, плечи на транш нельзя. Да. Триня, кстати, пиздато говорит. А дымите? Вот хрень Триня. Я у кого-то видел, они с Коптима Лара пиздато стакаются. Есть инфа такая. Стакается на такое все равно. Че, погнали? Видите, вагонов был? Только ачивок. Обалдеть. Я говорю же, вагоны. Команда зачистка. Раз, все убивали. Два, три. Да это у всех ачивка. 8, 9. Это не за убийство бот. 14, 15, 16. Хочешь, нет, не всех ачивок. Прекрасно, да? Голову. Ладно. Круто, мне понравилось. Давай, ну, еще. Давай. Сейчас идем профайлить и все, и можно спать спокойно. В смысле, Лича, ты не хочешь убить? А. Ну, бля. Это уже а что, отдельный идем, да? Случай. Конечно, да. 2 часа. Да, сюда ты, пец. Бля, нам бы они таба взять. Ему как раз проф нужно, а его нет. Так мы же в хремку идем. Какая разница? Вряд ли здесь. Разница, наверное, в том, что да. Не пустят. ХМК и обычка, это все же разные вещи. Там просто проф убить, без разницы. Все, больше там ничего не будет, можно сваливать. ГП. Чтобы попасть в Геру, нужно убить. Уже Геру попасть. Сколько ачивов упал? Воронка, 100 ГП. Хорош. Хорош, да. Я понял тебя, Япончик. Не буду ролить. Провокатор, я тебя понял. О, пацаны. Долгонет кто-нибудь? Сейчас скажу. Да? Камушки, чтобы метасокет классно сделать. Я приношу нашего Саву. Нету Сава 2 недели. Блять, половина думает сейчас, как апать 4 куска, которые должны апнуть. Сейчас поставлю прокол. А, чумак, что ли? Так, да, молодые люди, у кого прокачанные профы, подойдите к провокатору у банка. Сейчас я...